драйвер роста именно адвокатов бренда дает вам порядка 13% новых пользователей, которые пришли именно в интернет-банк, именно только за то, что там есть такая фишка. Кто-то рассказал, кто-то пригласил через соцсети там, и так далее. Кстати, у нас тоже зашита такая история, что если ставят финансовую цель, либо еще что-то, можно об этом сказать своим друзьям в соцсетях. На это можно подключить там электронный кошелек, сбор денег или еще что-то. То есть такая очень хорошая история, которая правильно транслируется в соцсети. Не история, когда можно протранслировать свою транзакцию, как это Тинькофф сделал, да, что каждую транзакцию можно в соцсети выложить. Ну какой смысл об этом говорить? А вот история, которая там собирает деньги на какую-то фишку, там, да, коплю на что-то там, человек видит, что у него там подходит день рождения, можно подарить просто взнос на вот эту цель, да, там человек на автомобиль копит, ему можно подарить какие-то там деньги на этот автомобиль, ну, какой-то взнос сделать. То есть я так кратко уже пройдусь по лояльности. Самый ключевой момент еще, что у всех банков проблемы. 20% налички, вернее, 80% налички, 20% безналов по карте. Карты не являются платежным инструментом. И это сплошь и рядом. А карта, подключенная к PFM, поскольку она становится умной, дает абсолютно другой оборот. 80% безнала и 20% налички. То есть карта начинает приносить доход по мерчантам. И мы видим и рассчитываем для наших банков-партнеров окупаемость даже самого нашего дорогого решения на 10 тысяч клиентов.